Австралийские ученые научились делать бензин из отходов благодаря переработке сельскохозяйственных отходов в топливо для автомобилей и других видов транспорта. В результате экспериментов удалось получить бензин, дизельное и авиационное топливо. Как утверждают ученые, превратить биомассу в топливо можно за полчаса благодаря технологии каталитической гидротермальной реакции. Под биомассой подразумеваются сельскохозяйственные отходы. Данная технология пока является единственной в мире. Результатами исследований ученых уже заинтересовались некоторые крупные компании, в том числе авиаперевозчики.